tolika realizacija ne hvata. Nada popraviti realizaciju. Dinamo 90 minuta tako val tam. 4-5 очень хороших моментов у нас было. И штанга, и приклада она там. И 3-4 это штрафной удар на 16, когда били. И Стоукс 9 игрока оборонялся, эти 10 и Джон стоял на центру поля. И один момент у них был, они забили. Мы не забили. Но на концу я думаю, что Стоуку повезло, и Динамо заслужил выиграть сегодня. Постоянно возникают проблемы с командами оборонительного плана. Как можно... Ну, конечно, потому что нам надо реализацию поправить. Надо больше забивать. У нас, главное, что есть моменты у нас. Надо еще на тренировках поработать чуть-чуть. Но это реализация. Реализация нам не хватает. И я думаю, если реализацию будем поправить, надо сегодня было, я сказал, там надо было 4-5-1 выиграть, если бы забились. А про свой гол можете сказать, что он случайный? Не, почему случайный? Было очень хорошее там... Там два паса сыграли на центру поля, потом Ермоленко хорошую передачу отдал в середину поля, я забил на второй штанге, стоял и забил, и хорошо. Ну, вообще же на вашей позиции вообще должен оказаться форвард. Ну можно, почему нет?